Международные форумы Крым в мировом научно-образовательном пространстве стали уже традицией для нашего полуострова. В этом году такой форум пройдет в стенах нашего Крымского федерального университета уже в шестой раз. В шестой раз здесь в университете соберутся иностранные студенты нашего вуза, всех структурных подразделений, выпускники самых разных лет, многих лет, представители самых разных стран мира. Это будет и Европа, и Азия, и Африка, и Латинская Америка. Кто-то будет принимать участие онлайн, дистанционно, кто-то в очном формате. Три главных, пожалуй, таких мероприятия, три кита, на которых в этом году будет стоять этот форум, это международная научно-практическая конференция с таким же названием «Крым в мировом научно-образовательном пространстве», на которой ученые, эксперты в области международной деятельности, международной политики, международного образования, студенты и выпускники нашего вуза обсудят те проблемы, которые стоят сейчас перед Крымом и Крымским федеральным университетом. Второй кит – это традиционный уже наш футбольный матч между сборной Крыма и сборной мира. Обе команды будут составлены из студентов и выпускников нашего Крымского федерального университета. И, наконец, у нас пройдет фотоконкурс среди иностранных студентов и выпускников нашего вуза. «Я люблю Крым» он называется, также по традиции уже который год подряд. Особое значение и особое звучание этот форум приобретает в этом году, вот в связи как раз с той ситуацией, в которой Крым, Россия находятся, ситуация, связанная со специальной военной операцией, но, тем не менее, даже вот в этих таких непростых, сложных международных условиях Крым, с одной стороны, находится в центре мировой политики, да, в центре мировых политических процессов, к которому приковано и сегодня внимание всего мира безо всяких преувеличений. С другой стороны, в Крыму продолжают учиться иностранные студенты из самых разных стран. В Крыму живут выпускники-иностранцы, которые заканчивали наш вуз в разные годы. Думаю, что этот форум он покажет еще раз важность и значение Крыма в международном научно-образовательном, шире вообще международном политическом, в том числе, контексте.